Доброго дня! Сегодня у нас продолжение ремонта двигателя очередное. Головку сделали. А раньше она подъедала масло. Какой-то подозрительный звук издает турбина. Ну, дай, думаем, мы, наверное, проверим этот момент. Чего же она, получается, с интересные звуки создает? Ну, полбеды, что сажевый фильтр, насколько я понимаю, вырезанный. Но есть еще интересный момент. У нее как бы картерные газы немножко моторный новый поддавливают. Но мы думали, что расход масла из-за картерных газов. Ну, я насколько понимаю, больше всего, что нет. Сейчас мы это дело как-то проверим. Возьмем, покажем турбинку. Чистой тряпочкой вытрем. Это у нас получается входная магистраль. Крыльчатка раскручивает. И получается выдает давление вот в эту магистраль. Там видим масло, наверное, да? Ну, литрем маслечко. Вроде как в моем понятии, в общем зачете, здесь бы как бы масло не должно быть. Я понимаю, что турбина смазывается маслом двигателя. Но как бы здесь вроде как масло не должно быть. Сейчас Виталик возьмет машинку, запустит и погазует. И мы увидим, как же... Каким образом там может что-то появляться? Давай, Толян, запускай. Наблюдаем, картерные газы не всасываются, а масло полная турбина. Так, ну, машину мы покупали с этой ерундой. В принципе, насколько я понимаю, ну, вон, видно там все жирное в масле. Я, насколько понимаю, тут какая-то еще проблемка в турбине. Может, я, конечно, не прав, может, мне кто-нибудь еще подскажет. Сейчас мы глянем, где она ремонтировалась до этого. Так, она у нас ремонтировалась. Ага, где-то в Киеве. Долбунинская зима. Так, ну это не мы ремонтировали, так что мы не можем кого-то обвинять или что-то делать. Машина покупалась уже сремонтированной типа турбиной. Ну а мы сделали, естественно, помню, с нашего видео только головку. Пока на сегодняшний день. Ну и я, насколько понимаю, наверное, будем диагностировать и ремонтировать эту турбину. Не знаю, обратиться нам в ту же самую контору или обратиться в какую-то другую. Сейчас посмотрим, сколько там масла уже натекло за этот период. Не знаю, может, я в чем-то не прав здесь. Меня поправят все остальные. Ну, как-то так. Продолжение ремонта следует. Всем пока, всего хорошего. Бай-бай.